Строительство на территории деревни Галчаново совершенно законно. Таков официальный ответ представителя администрации Широковского сельского поселения. В апреле заключен договор аренды земельного участка с инвестором. Согласно генеральному плану, на этой территории может быть построен объект придорожного сервиса. Глава поселения отметил, что хотелось бы решить этот вопрос мирно, поэтому к разъяснительной работе с населением будет привлекать местных депутатов. Создана специальная рабочая группа по решению этого вопроса и правомерности строительства на данной территории. Официальные ответы жителям будут даны в течение месяца. Тем временем галчановцы, активно бунтующие против строительства гостиницы для дальнобойщиков, на отмежованной арендатором территории высадили деревья и поставили лавочки. Что с этим делать, отметил глава поселения, теперь решать инвестору. Жителям надо улаживать, надо как-то объяснять все равно им, но я не понимаю только как. Ну вот комиссию это как один из рычагов, который, я не знаю, попытается как-то объяснить. Из числа независимых депутатов, которые они убирали, может они там не верят властям муниципальным или кому-то, пусть тогда депутаты посмотрят все это внимательно и дадут им ответ обоснованный.